Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник, и я поиграл в игру под названием Brawl Stars. Сегодня у нас такая тема, что я хочу апнуть Тару на 25 ранг. Не знаю, получится у нас, не получится, надо все же попробовать. Ну что ж, погнали. Играем в ШД, одиночное столкновение. Грузится. Заходим. Три банки на центре. Угу. Рядом с нами Шелли. Что с нами делать? Что с ней делать? Боже мой. Она сразу просто стала, да? Просто забираем у нее баночку, убегаем. Главное не подозревать. Главное, чтобы тут еще никого не было. Забираем эту банку. Если не хочет. Может, Вольт захочет? Все, Вольт захотел потимиться. Дай набить ульту. Ульту набить. Ладно. Вот. Так, надеюсь, Спайк не обиделся, то, что я дал еще тычку по нему. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это, кстати, больно было. Все, теперь отстаньте от меня. Я вам не в руки с тобой не дружу. Ой-ой-ой. А вот это было лишнее. Вот это было лишнее. Вот этого было лишнее. Вот зачем крысить его, Леончик? Все, Леончик хочет тимить. Давай, я набью ульту. В принципе, я с ультой смогу сделать все, тут просто горы перевернуть. А вот она и Шелли с ультой. Кстати, Шелли с ультой мне не нравится. Поэтому надо ее душить. Так, забираем банку. Хорошо. В принципе, мы с Леоном сейчас можем нормально выносить. Так, Леон подошел, убивает, молодец. Так, хорошо, добивают тараканы. Один Леончик остается, и мы занимаем топ-1. Легенькая топ-1, конечно. Даже не почувствовал. В принципе, можно поднять такими темпами Тару на 25-й. Погнали следующую каточку, посмотрим, что тут. Тут у нас 4 банки на центре. Ну и у меня одна банка. Конечно, я не пойду на центр, потому что на центре Фрэнк. И он просто заберет все банки и уйдет. Я вот только поцарапаю немножко. Поэтому я не хочу его трогать. А вот это было лишнее. А, я лишнее. Дебил я. Блин. Вот сейчас очень сильно тупанул. О. Так, там Динамайк, в принципе. Не-не-не, не пойду. Не пойду, не пойду. Так. Почему-то он использовал гаджет. И думал... Так, блин. Слушайте, тут еще Пэм. Ну все, меня Мотли сейчас застилит. Ну да. Ну он дружочек-пирожочек. Конечно же, у нас отлетает. Блин, слушайте. Это вот сейчас опасно будет. Я, в принципе, могу убить Тару. Да, я это и сделал. Надо набить теперь ульту на Пэм. Надо ее немножечко сжать. Все, я набил ульту. В принципе, да, я, конечно, знаю, что я закрысил. Это, конечно, нечестно. Но это ШДшечка наша любименькая. Так, сюда, сыночек. Забираем вот этого. Очень легко Наталье, если честно, играть. Поэтому я за нее играю. Ну, не очень легко, конечно. Вначале я очень сильно тупил. Может, зачимимся, ребят? Ребят. Ребят. Давайте я набью по вам ульту. Я на... Ой-ой-ой. Можно, конечно, вот так вот сделать. И, ну, и все. Остается одна Пэм. Которая, блин, обосранная собака. Здесь ей сразу кидаем, потому что она меня просто жала всю катку. Из-за этого только ей Дис. Так, кидаем. Диз кидаем. Да, извините, что я кидаю, конечно, дизы, но это слишком вонючий перс.
Скоро я, конечно, буду избавляться от дизов. Опять плюс 10. Апнул, можно сказать, 6 кубков за все. За все наши вот такие вот игры. Поэтому это тоже не очень хорошо. Поэтому я пойду сейчас заберу вот эти две баночки сразу. Надеюсь, кольт... Угу. Ай, хорошо. Блин, сорян. Ребят, ну реально, извините, пожалуйста. Ну, я не могу удержаться. Я банками буду ходить. Так, у меня еще почти накоплена ульта. И из-за этого сейчас будет очень легко убивать. Поэтому первый 25-й ранг, можно сказать, у меня сейчас будет, наверное. Конечно, давай, давай, затимимся с тобой, сынок. Давай, я тебе ульту понакоплю. Ульту понакоплю. Так, давай, давай, отходи, отходи. Давай, 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 давай. Подойди ко мне, ребятишка. Все, 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 все. Поэтому я все отхожу. К Эдгару я лезть не собираюсь. В принципе, я собираюсь лезть к нему. Я хочу его, конечно, застилить как-то. Потому что он мне вообще как перс не нравится. Эдгары, они всегда такие челы, которые любят подкрысить. Я просто сейчас затимлюсь со всеми и все. И буду просто в шоколаде. О, отлетаешь. Все, найс! Если бы Кольт со мной не затимился, я бы уже умер давным-давно, если честно. Я в этом уверен на 100%. Он бы меня просто настрелял просто. Осталось у нас 4 человека. По-прежнему я в преимуществе, конечно. Что он, чем он думал, головой или жопой, тоже непонятно. Давайте, ребят, подходите. Давай его убьем. Потому что Дэрил, мне кажется, опаснее будет вообще, как перс. Все, давай, удачи в жизни. Ну и тебя тоже. Все, еще одна каточка победная у нас, конечно. Получаем плюс 10 кубков. До 24 ранга остается совсем немного. А, значит, у нас очень много банок. Ну, давайте сходим, ладно. Попробуем. Забираем все баночки. Все, мы в преимуществе опять. Роза, пожалуйста, не делай херни. Хочу убить Мортиса. Хочу очень сильно убить Мортиса. Так, хорошо, мы его убили. Блин, только один минус. То, что я побоялся и ульту потратил. Поэтому из-за этого, мне кажется... Давай затимимся Шелли. 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 Шелли, наверное, тимится даже... Так, попробуй только. Я тебе сейчас... Я тебе сейчас... Не, я сейчас ее убью. Блин, кстати, она меня сейчас могла убить. Поэтому... Нет, я Шелли не буду крысить, пожалуй. Я жду лучше Тары. Я жду Тары. Хорошо. Убили, осталась Тара. И она сейчас будет самая гнойная, так сказать. Поэтому к ней близко даже лучше не подходить. Поэтому да, она уже ульт держит. Давай лучше пойдем вниз. Нет. Блин. Ну тут без шансов. Там без шансов, там без шансов. Но она еще диск кидает. Ладно, все равно плюс 4. Мы пока в победе. Мы пока в победе. Все хорошо идет. Запавнились мы не в таком хорошем месте. Поэтому надо у Спайка отжимать банку. Потому что и так банок на всех не хватит. И еще, мне кажется, вот эту баночку тоже мне подойдет. Ну, в принципе, я, конечно, могу у него отнять банку. Но я не уверен, конечно. Он будет постоянно так делать? Так, дали тычку. Ждем. Так, дали еще одну точку по банке. Сейчас он сейчас припадет.
Хорошо. Все, забрали банку у Леона. Я дебил. Че я сделал? Я до нее же не успел. Сделал. Ну, отлетаешь у нас. Ну, за, вот зачем ты вот это вот делаешь, провоцируешь? Ну, она будет сейчас по мне стрелять. Ходить. Ух. Все, в принципе, я сейчас... Фух, ну, гаджет меня очень сильно спас. Она раньше времени дискинула, поэтому будет она отлетать сегодня. Так, хорошо. Я же говорил, она отлетает. Нет, 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 нет. Дай мне ульту набить, дай мне ульту набить, дебил. Дебил, куда ты... Сука, дебила. Ай, бас, вот такая скотина. Все. Не, я не смогу против него. Так что, извини, он меня застилил бы. Ребят. Пожалуй, я набью на вас ульту. И вот так вот ультану. Нет, бля. Чуть не откис от нее. Так, кто там? Ладно. Слушайте, ребят. Угу. Это у нас очередной топ-1. Спасибо. Спасибо, спасибо. И у нас одного кубка до 24-го не хватает. Ай-яй-яй. Так. Что у нас тут происходит? Так, баночку забираем. Уйди. Спасибо. Забираю банку. Извини, братан. Братан, реально извини. Боже, что я сделал? Ну, блин, извините, блин, ребят, вообще. Крыса такая, не могу. Ну, блин, ну извините, ребят, это все равно шедевр. Это шедешечка наша любимая. Что я сделал? Что я сделал? Зачем я близко к... Ровно один кубок нам хватил. И над этим мы закончим, наконец-то. Над такой серией. Ладно. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Алексоник. Всем удачи, всем пока.